житель Ражского района Республики Таджикистан Хекматулло Мардон Худжаев был помещен на 10 дней в изолятор временного содержания ИВС по сфабрикованному делу об административном правонарушении. Это произошло после того, как на собрании, посвященному вопросу ликвидации последствий схода селевого потока, он высказал критику в отношении местных властей, сказав, власти вместо того, чтобы помочь людям, заставляют мужчин, не достигших пенсионного возраста, сбрить бороды, а женщин выйти на улицу без хиджаба. По окончании собрания он был задержан по статье 460 «Мелкое хулиганство» Кодекса РТ об административных правонарушениях, что подразумевает нецензурное брань в общественных местах, оскорбительное приставание гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие населения, и влечет наложение штрафа в размере от 7 до 10 показателей для расчетов или административный арест на срок от 5 до 15 суток. Однако, по словам Саида Брора, одного из местных жителей и участника данного собрания, руководители района так и не дали внятного ответа, как они намерены ликвидировать последствия стихийного бедствия. Это раздражало многих, но лишь Хигматулло осмелился высказать свое мнение. Он заявил, что власти, вместо того, чтобы помочь людям, пострадавшим от стихии, заставляют мужчин, не достигших пенсионного возраста, сбрить бороды, а женщин выйти на улицу без хиджаба. Напомним, что в результате схода селевого потока на Ражский район в начале июля пострадали десятки домов. Местные жители жалуются на бездействие властей и своими силами продолжают ликвидацию последствий стихийного бедствия.